Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас еще одно видео в копилочку раздела прически. И сегодня будет прическа вот с таким бубликом, а на самом деле называется этот предмет кольцо для формирования прически. И это кольцо можно приобрести в каталоге номер 7 от компании Oriflame всего за 199 рублей. Кстати, в 8-м каталоге, по-моему, тоже оно будет по акциям, поэтому если вам такая прическа понравится, которую мы вместе с вами сейчас будем создавать, то обязательно закажите себе вот такое приспособление для того, чтобы прическа получилась объемная и высокая. Честно говоря, делаю это второй раз. Первый раз я делала все очень быстро, спонтанно, на ходу придумывала, и прическа мне понравилась, поэтому сейчас постараюсь воспроизвести именно ту прическу, которая у меня была в первый раз. Что потребуется? Расческа для того, чтобы расчесать волосы, одна расческа или вот какая-то шпилька, чтобы отделить прядь волос, потребуется какая-то резинка для хвоста, одна резиночка, как я обычно говорю, для денег, такая резинка маленькая, которой мы будем формировать пучок, далее маленькая резиночка для кончика косы, шпилька и красивенькая какая-нибудь заколочка, чтобы украсить прическу и завершить образ. Итак, начинаем. Первое, что я делаю, я по своей форме головы смотрю, что, вернее, по форме лица, что если я вот все волосы целиком вот так вот зализываю в пучок, то мне не нравится, получается как будто бы слишком высокий лоб, слишком длинное лицо, и мне хочется волосами немножечко прикрыть часть лба вот так вот, чтобы оно было, и тогда мне больше нравится, какой эффект получается. Для этого я, прежде чем делать прическу, я отделяю ту прядь, которая мне нужна. Сейчас я буду смотреть на себя в зеркало, так мне будет удобнее несколько. То есть я отделяю одну прядь, пристреливаюсь, я так говорю на простом языке, пристреливаюсь, как она будет лежать, то есть вот так вот я буду ее укладывать и прятать кончик под прическу. Поэтому эту прятку, чтобы ее сейчас не использовать, случайно не захватить хвост, я ее просто-напросто спрячу, ну, например, резиночкой вот так просто соберу, чтобы она меня сейчас не отвлекала и не мешала процессу. Куда ее деть? Ну вот у меня еще есть крабик, ой-ой-ой, самой в себе бы не запутаться. Так, куда-то припрячу сейчас ее, подождите, никто не расходимся. Спрятала челку. Сейчас беру расческу, собираю все абсолютно волосы и поднимаю их в высокий хвост. И использую резиночку, собираю хвост в единое целое, челку пока не трогаем. Так, собрала. Сейчас берем тот самый бублик, кольцо, и продеваю хвост в это кольцо. И вот сейчас самое интересное, нужно все волосы распределить ровным слоем, чтобы нигде не было просветов черного кольца. Конечно, мне бы к моим волосам лучше светлое кольцо, такой светлый бублик. Так, проверяем. И вот тут потребуется вот эта тоненькая резиночка, чтобы ее аккуратно нацепить на кольцо. По-моему, у меня аккуратно не получилось. Переделываю. Вот, просто очень чистые волосы, из-за этого они просто вот подпрыгивают. Все, теперь я все волосы, так, куда мне их деть? Можно их подоткнуть вовнутрь, но я сейчас делаю немножко другую прическу,
Сейчас сами все увидите. Я собираю все хвосты вместе, расчесываю, проверяю, чтобы все было аккуратно. И вот из этого полотна, которое у меня собралось, я делаю косу. Такую свободную немножечко, не затягиваю, можно ее будет даже распушить. Как все сложно, да, вы скажете? На самом деле все очень просто. Все, собрала косу, теперь я распускаю челку и собираю кончик косы. И вот тут можно посмотреть, немножечко косичку сделать попышнее. Вот так вытягиваем прядки. И аккуратно укладываю, насколько хватит, кончик прячу вниз. И тут потребуется шпилька. Кончик спрятала, а шпилькой аккуратненько прячу, чтобы замести следы. Все, готово, можно было бы подумать. Немножечко, может быть, распушила. Кстати, можно было сверху немножечко побрызгать лаком, чтобы вот эти волосы не распушались. Но так как я этого не сделала заранее, оставляем как есть. Что мы делаем с этой прядью, которая вот так вот аккуратно у меня сейчас повисла? Я ее укладываю в сторону, вот так вот, по форме головы, и прячу. То есть вот здесь мы делаем, распределяю вот так вот прям по голове, по форме. А кончик, как вы уже поняли, нужна была бы еще одна, наверное, шпилька. Так, ну я сейчас попробую извлечь предыдущую шпильку и все вместе спрятать. Вот так вот мы сделаем. Так. А то, что у меня осталось здесь висеть, как вы видите, либо лаком уложить, либо чуть-чуть плойкой подвить, чтобы легло так красивой волной вниз. Часть волос можно заранее так отделить. И все это аккуратненько мы подправляем, прячем. И осталось прикрепить красивую заколочку. Куда ее прикрепить? Обычно видно, резиночку остается, потому что я натягивала немного косу, делала плетение. И скорее всего вы тоже видите, что вот здесь вот у нас есть резиночка. Ее можно прикрыть тоже шпильками, натянуть или красивой заколочкой просто припрятать. Сейчас попробуем это сделать. Так. Проверяем зеркало. Чуть-чуть вот нужно будет поаккуратнее сделать, чтобы была полностью закрыта резиночка, и получается прекрасная прическа. Итак, смотрим, что получилось в общем. Мне кажется, очень даже интересно. Можно какие-то прядки выпустить, подкрутить. Здесь немножечко, здесь. То есть здесь уже насколько у вас хватит фантазии и воображения, включайте, опять же, смотрите, какие у вас волосы, что вам больше идет и какого вы хотите эффекта, более строгую, более четкую прическу или наоборот какой-то творческий беспорядок, чтобы это было, ну как, не знаю, просто очень прикольно. Итак, жду ваших отзывов, понравилась вам такая прическа, получилось ли у вас
Будете ли вы пробовать, все пишите в комментариях. А я вас благодарю за внимание и желаю вам всем красоты и необычных причесок, и чтобы вы получали море комплиментов. Пока-пока!